этого сравнения в том, что если мы имеем, правильно, если мы имеем Святое Имя, то повторяли уже. Если повторяли уже, то мы уже имеем это, оно есть, эти деньги, да, аналогия с деньгами. Если мы повторяли Святое Имя, то всем нам предстоит поездка. И в зависимости от того, как сколько мы повторяли Святое Имя, это будет либо радостная поездка, либо очень унылая. Поэтому всем нужно повторять Святое Имя, чтобы у нас было единственное, что есть в трех мирах, то, что дал Господь нам. Единственное Святое Имя. She told that we came alone to this world and we alone will go from this world. And the only we have, it is Holy Name. If we chant in Holy Name, that only Holy Name will come with us. And then I told her to tell about the journey. If you have money, that your journey will be very joyful. Journey will be very joyful. And if you need, if you don't have money, then it will be very so much suffering. Okay. That's all. What is the money? Money, and then this money, it is Holy Name what we chanted. Whole life, because this is special money. This money never become less. This money is always in our pocket, and nobody can. You're telling your language. Я говорю, когда мы повторяем Святое Имя, это очень особый фонд, денежный фонд, духовный денежный фонд. Это такие денежки, которые никто не может украсть. Это такие денежки, которые никогда не уменьшится, никакая инфляция на них не подействует. Там будет самый высокий процент, который заплатят нам, когда настанет определенный момент. То есть, когда человек непреданное оставляет тело, он будет терпеть ужасные муки, а когда преданное оставляет тело, он будет радоваться, потому что в этот момент ему проценты заплатят. Okay, well, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaur Ramanandeya. Hare Hare. Now, Arthi start, okay? Arthi. Thank you.
Ananta Koti Vaishnava Vrindiki Jai, Samadatta Bhakta Vrindiki Jai, Shigor Primanande Hari Hari Bol. Vrindai Tulasidai Priyai Kesavasya Krishna Bhakti Pradev Sattvati Vanchagala Vrindavasya Kripasam Parvacha Kattanam Bhavnu Bhuvasya Jai.
Все, что? Трансляцию отключите. Трансляцию отключите. Трансляцию. Хотите пообщаться, задать вопросы, на самом деле? Ну, не так. Можно на фон зайти, спросить, что интересует на любой вопрос. Вы в первый раз там пришли? Трансляцию. Мы нет, я нет. Мы нет, да. Махарадж просто хотел поговорить.